Работы по выносу наружных сетей, армированию колонн и устройству фундаментной плиты. Строительство новой школы на 550 мест в Горках Вторых продолжается. Важнейший объект. Люди ждут. И вот подрядчики вышли, работают, поэтому будем их системно контролировать, проверять, чтобы школа отвечала всем стандартам, была вовремя построена, чтобы уложились во все бюджеты. В учебном учреждении будет 37 кабинетов, спортивные актовые залы, столовая, библиотека, медицинский блок. Кроме того, саму территорию рядом со школой благоустроят и установят малые архитектурные формы. Работа в графике, риска срыва срока нет, поэтому в следующем году пойдут дети уже. В следующем, по четвертому. Да, 1 сентября будем открывать школы для жителей. Сейчас делаем 50 мест. Так, бассейн есть? Нет, школы без бассейна. Сейчас делаем корректировку проекта для того, чтобы предусмотреть доступ жителей на стадион во внеурочное время. Готовность учебного учреждения составляет 7%, отметил Дмитрий Голубков. На стройплощадке в настоящее время трудятся 30 рабочих и 2 единицы техники. Ввод в эксплуатацию намечен на май 2024 года. Контроль «Единой России» хода строительства будет продолжен и осуществляется в рамках проекта «Новая школа». Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».